Тук-тук. Здравствуйте. Какой сегодня день? День воскресный, день чудесный. А это значит, что я спешу к вам с новым сюжетом о недвижимости и жизни. Ребята, сегодня выпуск будет мега интересный и горячий, даже спорный в комментариях. Объясню. Прямо сейчас мы с вами находимся на западе Москвы, куда меня пригласил школьный учитель, который буквально несколько дней назад принял квартиру от застройщика вот в этом жилом комплексе бизнес-класса. Событие. Застройщиком здесь является Донстрой. Кто такой Донстрой? Это строительная компания, которая начала свое существование в 1994 году. На экран я вам вывожу основную информацию о них, но ключевое. Донстрой входит в пятерку крупнейших застройщиков Москвы и специализируется на строительстве жилых домов бизнес-класса. Это важно. Ранее мы не снимали ни один объект от этого застройщика. Таким образом, мы у них в гостях сегодня впервые. В силу того, что застройщик специализируется на строительстве домов бизнес-класса, им действительно есть что показать и есть чем гордиться по Москве. Есть очень крутые объекты от них. Некоторые объекты даже завоевывали некие награды. Так, например, высотка Триумф Палас до 2007 года являлась самым высоким жилым зданием в Европе. Есть жилой комплекс Алые паруса, который расположен на берегу Москвы-реки. В общем, у этого застройщика действительно есть интересные объекты. И сегодня у нас с вами будет шикарная возможность побывать, так сказать, в горячем пирожке. Жилой комплекс, в первую очередь, сдан первый корпус. И вот мы сегодня с вами отправимся в гости и посмотрим, что же такое бизнес-класс в Москве. Да, ребята, школьный учитель, который 5 лет трудился, работал, копил на первый взнос, купил себе здесь квартиру, далее купил себе здесь парочку парковочных мест, купил себе кладовочку, и обо всем этом нам сегодня по порядку расскажет и, самое главное, покажет. Этот ролик будет интересный, потому что мы приехали сегодня в ЖК не эконом-класс. По идее, он уже будет поинтересней. Но у него точно так же есть свои плюсы, есть свои минусы, о которых мы сегодня постараемся вам рассказать. Я думаю, этот ролик пролетит у вас на одном дыхании. В любом случае, если вы завтракаете, я вам желаю приятного аппетита. Без промедления. Мы начинаем прямо сейчас, и не забывайте, что чуть позже я вас познакомлю со спонсором выпуска. Приятного просмотра, пойдемте. Знакомьтесь, Антон, 31 год, школьный учитель. Антох, ну давай начнем по порядку. Квартиру здесь ты покупал еще на этапе котлована. В каком году? В 2019, в апреле. Какая цена тогда была на эту квартиру? 12 350 за 66 квадратных метров. Это двухкомнатная квартира? Ну, евро-трешка, да. Двухкомнатная квартира. Расскажи, пожалуйста, ты закончил школу, поступил в университет. Как ты пришел вообще в профессию учителя? Ну, я закончил экономический факультет в Питере вначале, вот. Потом в Москве МГУ. А с экономистами, как ты знаешь, сложно в России. Вот. И мне как-то не нравилось, я мог устроиться в банк, были всякие предложения, не нравилось работать с цифрами, с деньгами. Как-то было это скучно, казалось, что это бесполезно. Вот. А уже потихоньку так студентам начал репетиторством заниматься, там что-то одногруппникам объяснять. На заводе, кстати, работал, и я помню, слесарям делал эти контрольные, знаешь, заочные, помогал делать. Понял, что это как бы... Кормит тебя. Кормит, и приносит тебе хорошие денежки. Во-первых, да. Во-вторых, то, что это нравится, что это... имеет какой-то смысл, понимаешь, да, о чем я говорю? То есть, если ты считаешь, там, бухгалтер бумажки всякие, я вот в этом не чувствую какой-то души. А здесь чего-то кого-то научил, ребенка там, да, он пошел, что-то там рассказал, мне очень это все понравилось. Таким образом, ты устраиваешься на работу в одну из московских школ, которая входит в топ-5 по своей значимости, правильно, с точки зрения... По рейтингу, просто есть рейтинг департамента образования Москвы, вот. Просто без всяких связей, вообще вот с улицы, совершенно честно говорю, устроился в школу учителя математики. Меня распирают эмоции, мне хочется говорить, потому что, ребята, я уже вижу те комментарии, подчеркиваю, мы ни перед кем не оправдываемся, мы рассказываем, как оно есть. Врет, не врет, правда, неправда, это вот вы напишите в комментариях. Смысл в следующем, что ты устраиваешься работать учителем математики, рабочий день твой идет там условно с 8 утра до 3 часов дня, 5 дней в неделю. И официально твой оклад был там 150 тысяч рублей. Да, чистыми, примерно так. Чистыми 150 тысяч рублей в Москве, пятидневка, правильно ты сказал, с 8 до 2, с 8 до 3. Слушай, вот. Антох, расскажи, пожалуйста, как такое возможно? Очень часто рассказывают, что учителей очень маленькая зарплата. Это просто в силу того, что у школы рейтинг такой высокий, и она в Москве, или что? Другие школы по Москве, обычные, например, среднеобразовательные, там
Сколько бы ты получал? Я не работал в других, но из того, что я спрашивал у учителей в Москве, как бы обычный учитель географии в обычной школе, сотку с нормальной нагрузкой получает, сотку. Так что я, у меня была огромная нагрузка большая, всякие допы, 150. Сотку в Москве учителя получают. Идите работать в учителя, я считаю, это очень хорошая надо работа. Надо еще знания уметь. Таким образом, отработав там 5 лет, ты скопил как раз тот самый первоначальный взнос на ипотеку. Потом ты перешел в другую школу. Вот другая школа, это, ребята, отдельный акцент. Вот постоянно пообщаешься с людьми, очень много узнаешь нового, чего ты вообще не знал, что такое существует. Вот сейчас то, что ты работаешь в школе, а что это за школа, как устроено образование, для кого оно сделано? Да, это школа ЦПМ, московская школа при Центре педагогического мастерства. Вот. И в этой школе имеют возможность учиться талантливые дети со всех регионов страны. Нашей страны, со всех регионов. Со всех. У меня ребята с Крыма были, ребята с Владивостока, лично у меня были там с Иркутска, с Иваново. Откуда вы хочешь? С Питера, с моего родного города Гатчины в Ленинградской области. Талантливые дети учатся в этой школе, имеют возможность учиться с хорошими педагогами из Москвы, не во всех регионах, да, можно много найти там топовых педагогов, вот, и за это, как бы, они выступают за московскую сборную в всероссийских олимпиадах, и, соответственно, приносят какие-то результаты, вот, и пока что все хорошо идет. Если бы наша школа была отдельным регионом страны, то по результатам Всероссийской олимпиады мы бы заняли 4-е место среди всех регионов. После Москвы, Московской области, Татарстан, даже Петербург обогнали. Короче, чтобы было понимание, школа сделана специально для того, чтобы со всей страны собирать мозги. Угу. И специально они привязывают к Москве, потому что, как ты мне рассказывал, если ребенок, например, где-то там из региона выигрывает олимпиаду, ему условно могут ничего не дать, а если он выигрывает ее от Москвы, то мэр Собянин дает ему 500 тысяч. Да, до 500 тысяч за одну олимпиаду, некоторые две выиграют, некоторые ребята, три. Никакой тут скрытой какой-то интеграции нету, мы рассказываем как есть, школу ты назвал, это государственная школа, правда, это не частная, это не какой-то частный бизнес. Она автономная некоммерческая организация, нет, это не частный бизнес, это сложная очень структура, я сам плохо ее понимаю, ну, конечно, да, это. Ну, короче, ты там сейчас работаешь также учителем. Учителем математики дистанционно. 2 дня в неделю. 3-2,5 дня в неделю. Ребят, как он такой? 2,5-3 дня в неделю, и получаешь там официально у тебя доход сейчас 90 тысяч. 90 тысяч где-то, да. И дальше дополнительные способы дохода? Дополнительные способы дохода, ну, я думаю, что ни для кого не секрет, частные занятия есть у всех. Короче, Антон также занимается репетиторством, групповые репетиторства, то есть уже человек набился опыт, у них там есть определенный, там по 20, да, человек вы собираетесь обучать. Короче, задача основная человека – учить людей математике. На этом мы заканчиваем, потому что дальше начинается интересное, дальше начинается недвижимость, которую ты купил и в которую мы сейчас с вами отправимся. Это ЖК-событие от Донстроя, первая очередь его, тут очень много очередей, мы находимся в Раменках. Вот, достаточно неплохой, как мне кажется, район Москвы. Тут много университетов рядом. МГУ недалеко, кстати. Uh-huh. Подземная парковка двухуровневая. Парк рядом очень хороший. Тут как бы река есть небольшая. И я уже гулял в парке. Действительно, очень красивый парк. Сделал Донстрой. Передает его на баланс городу. Пойдемте в гости, посмотрим, что ты купил. 66 квадратов на каком этаже. Я думаю, это будет интересно. Ведь этот жилой комплекс еще идет как бизнес-класс. Полноценный, да, бизнес-класс? Да. Ну все, пойдемте смотреть. Я уверен, что вы заметили, как за буквально несколько лет изменилось отношение к сфере IT. Если раньше казалось, что IT это что-то недостижимое, нужно родиться с определенным складом ума, отучиться в университете и потом трудом, усилием ворваться в эту сферу. Но сегодня это доступно абсолютно всем. Сфера IT стремительно ворвалась в нашу жизнь и уходить из нее не хочет. А значит, нужно адаптироваться под нее. И есть хорошая новость, что на сегодняшний день практически у каждого человека, который хочет изучать новую профессию, есть возможность стать программистом. И самый лучший способ ворваться в эту профессию – это Python. Python – простой и понятный язык, поэтому его легко изучать на всех этапах. И неважно, сколько вам лет, чем вы занимались ранее, самое главное, чтобы у вас было, в первую очередь, желание обучаться новой профессии. А если быть честным, абсолютное большинство не любит долго ждать. Обучение в университете 5-6 лет.
Ранее курсы по обучению языка программирования были 9-12 месяцев. Долго не хочу. Хочу быстрее, хочу результат здесь и сейчас. Именно поэтому ребята из Skill Factory вас услышали и сделали интенсив, который длится всего 3 месяца. Да-да, ребята, 3 месяца. Но вы не забывайте, что интенсив на том и построен, что вам придется вкалывать и обучаться в усиленном режиме. Вся теория, которая будет закидываться в вашу голову, закрепляется практикой. Как по мне, это очень важно. И, конечно же, опытные менторы, которые будут отвечать на все ваши вопросы и помогут пройти обучение от начала и до конца. Для Skill Factory трудоустройство выпускников – один из приоритетных вопросов. 81% студентов, которым помогли составить резюме в карьерном центре, получили приглашение на собеседование. Именно поэтому переходите по ссылочке, оставленной в описании, регистрируйтесь, проходите обучение и становитесь тем самым крутым айтишником. И не забывайте, что по промокоду Машков вы получите скидку в 45% на обучение. Осень на носу, а это значит вперед в новый учебный год за новыми знаниями, за новой карьерой. Удачи! Залетаем, залетаем. Пожалуйста, проходите. Таким образом, мы попадаем в подъезд. Вот так вот, ребята, выглядят современные подъезды. Значит, рассказываю, что у нас здесь. Получается, ящики. Как да. Такового ключа нету, теперь вот такая система. Да. Поднес карту, у тебя открывается, ты можешь забрать свое письмо. Вот посмотрите, пожалуйста, вот этот подъезд еще, да, ну, современный, круто сделан. То есть, действительно. А ты рассказывал, что есть подъезды, которые, например, не такие, а сильно проще. Нет, я как раз рассказывал про этот подъезд, и мне не нравится, как он вот сделан. Вот этот. То есть, это как бы еще очень простенький, и ты им недоволен. Да. А вот здесь, ребята, приготовьтесь, сейчас вы просто офигеете, потому что сейчас начинается один из самых жирных минусов этого жилого комплекса, который отмечают жильцы. Они обсуждают его в чатах. Сейчас Антон покажет вам подъезд, которым они недовольны, а далее покажет подъезд, которым они довольны, и который, как он говорит, должны были быть у всех. Но сперва обо всем по порядку. Посмотрите подъезды, оцените. Мне не нравится то, что нам обещали изначально, можем сюда пройти, что вот это лобби, оно будет закрытое. И здесь будет консьерж, здесь будет охрана, там, знаешь, кофейный автомат. Ага. Вот такие вот все дела. Сделали просто открытое лобби, вот такое вот. И, соответственно, сам подъезд, это вот там уже дверь. Обычно открываешь дверь, заходишь, мы дальше посмотрим. Вот. И, во-первых, не будет консьержа, да? А уже в платежке пришло то, что нам надо платить за консьержа, и как бы отказаться сложно. Это надо общее собрание собственников делать. Вот. Ну вот, короче, основная проблема – это вот это открытое лобби. Без консьержа, без каких-то плюшек, без там лапомойку нам обещали для нашей собачки. И ящики на улице. Мне кажется, это достаточно интересно. Короче, ребята, вот смотрите, да, анализируйте. Честно тебе скажу, в подобных домах я не часто бываю, но на мой взгляд, вот так по первому счету, очень круто. Ну, серьезно. Просто как бы я понимаю, что вам, наверное, рисовали, что здесь все закрытое будет помещение. Да. Но с другой стороны, когда полгода у нас лето и тепло, в принципе, неплохо. Зелень, все поставить. Но я бы не сказал, что вы на улице. Потому что, смотри, дверь у вас первая есть. Во-вторых, они у вас все на кодовых замках. Так и в целом у вас сама территория закрыта. Чтобы сейчас заехать, это, ну, естественно, шлагбаум. Нужно заказать пропуск. А еще все кроется в деталях. Вот смотрите, София, это жена Антона, рассказывает. Когда они сюда заезжали, вот про тот же самый коврик, чистка для обуви, ее не было. Хотя застройщик, говорят, обещал. Инициативная группа сказала, ребята, так не пойдет, давайте, делайте все ваши обещания. Далее, вот смотрите, приходишь кому-нибудь в гости, да, погуляй там во дворе, гуляешь, захотел ты в туалет, абсолютно нормальное явление. Куда идти? Как правило, во дворах их нету. А здесь, смотри, как интересно сделано. Я понимаю, что этим не стоит гордиться, но это есть, и это стоит отметить. Полноценный туалет на сегодняшний день. Приятно здесь пахнет, он ничем не воняет, то есть такой интересный стиль, сушка. В общем, все есть по наполнению, руки помыл, вытер, но это круто. Это действительно круто, когда ты пришел, ты можешь там сходить там по своим делам. Я вот иду с вещами, с собакой, я сама себе не открою. То бишь ты когда проходишь в других подъездах, она сама открывается? Например, я еду с коляской здесь, это очень тяжело будет заезжать. Ну, да, слушайте, друзья, обратите внимание, вот она идет с кофе, салат, собака, и как бы получается открыть дверь невозможно, а других, ну да. Вот так. А там ты так, а там ты не откроешь, так если ты будешь закрыт, потому что, ну, толкнуть-то проще. Это, короче, у нас все продолжение подъезда, лифты, ну, оценивайте, пока все свежее. Самое главное, что, знаешь, вот есть такие косяки, те же самые, обрати внимание, видишь потолок, когда его зашивали там,
грязными руками заляпали, все, вот хреново, да? Казалось бы, блин, ну нифига себе бизнес-класс, вот ну все здорово, но тем не менее взяли заляпали. И с одной стороны можно сказать, что это мелочи, но на самом деле нет, это недопустимо, особенно когда речь идет про бизнес-класс, про чистовую отделку, и квартиры стоят здесь космических денег. Дальше я вам покажу еще такие же элементы, когда вроде бы все классно, но вот это прям сильно бросается в глаза, и за этим нужно следить. Входная группа действительно сделана на богатом языке, и вот такие вещи, они прям сильно бьют по глазам. Короче, пойдемте, сходим в другой подъезд. Вот мне даже интересно посмотреть, что там. Почему там недовольны? Потому что ребята такие, ну блин, мы недовольны. Я сейчас увидел, думаю, да ну нафиг. Как бы да ну нафиг, круто. Пойдем посмотрим тот подъезд, который считается топовым. Всего 5 подъездов, из них, как ты говоришь, 2 плохих. Это которые мы видели, условно говоря, и 3 хороших. Пойдем, давайте посмотрим на хорошие. Показываю, показываю. Да. Друзья, заходим. Раздвижные двери сразу есть здесь. Заходим, во-первых, ящики находятся внутри, а не как у нас в подъезде, когда зимой будет, мне кажется, очень неудобно. Дальше. Ага. Посмотри, кофейные всякие принадлежности, соответственно, кулер. А кто за это платит? То есть, получается, вы как жильцы скидываетесь, ну, в платежках, правильно? Ну, конечно, да, это управляющая компания, все мы платим. И причем мы в своих подъездах также точно скидываемся вот за это. Вот. Здесь, соответственно, даже зонтики вон есть. Слушайте, друзья, ну на самом деле, да, ну чувствуется реально уровень, потому что бывает так, что приезжаешь в некоторый там бизнес-класс, но там как бы по факту эконом, ну позиционируют как бизнес. Здесь действительно ты можешь прийти, сесть, водички попил, конфетку съел, кофе взял. Я, честно говоря, в подобных ЖК впервые, и вы вместе со мной, поэтому пойдемте дальше. Есть консьерж. Да, пожалуйста. Это очень удобно, он может встречать, круглосуточно помогать. Работает? Конечно, да. Ага. Встречать, помогать, какие-то поручения делать, там можно у него посылки оставлять, гости могут сидеть, ждать, курьер. Здесь вот у нас получается вход по лестничной клетке. Здесь и два лифта. Лестничной клетки, да. Один грузовой, наверное, один обычный. Да. Друзья, ну, оцениваете? Оцениваете. Ну, разницу видишь по сравнению с тем подъездом? Да. Конечно. Серьезно. А самое обидное, что платежки одинаковые. И цена квартиры одинаковая. И вам, по идее, обещали, что у вас будут у всех такие подъезды. Что будет точно так же. Обещали, да. А здесь закрыто? Закрыто. Там склад большой. Хорошо. Вот. И платежки одинаковые, соответственно. Цена квартиры при покупке была одинаковая. Я мог точно так же в этом подъезде выбрать. А мне кажется, что инвестиционная привлекательность падает от того, что у тебя есть консьерж или нет консьерж в бизнес-классе. Например. Короче, в вашем случае это вот один из минусов, который вы отмечаете как жильцы, да, правильно? Да. И да, ребята, елки-палки, блин. Прямо сейчас вы увидели один из главных минусов этого жилого комплекса на сегодня. Но для объективности стоит поддержать Антона и сказать, что ну да, неплохо иметь в своем подъезде консьержа. Что скажете? Напишите ваше мнение в комментарии. И для контраста напомню, как выглядят подъезды в нашей стране на своем примере. Как говорится, далеко ходить не надо, почувствую разницу. И вот дома эконом-класса, в котором я живу, снимаю квартиру. Соседи бросили пивко недопито. Так, для сравнения, когда люди жалуются, что подъезд там не такой. По ночам приходят спать бомжи. Здесь вот срач какой-то, непонятно, что-то разбили, насрали, бросили. Это все бомжи. Потому что в этом подъезде, как я говорил, нету консьержа. И здесь просто-напросто проходной двор. Хоть накладывай музыку из фильма ужасов, не получится фильм ужасов. Я ни в коем случае никому не хочу испортить аппетит, но я рассказываю правду жизни. Я нахожусь в диком шоке от этого подъезда, потому что ежедневно, беспрепятственно, бомжи и алкаши попадают в этот подъезд, и на первом этаже на лестничной клетке они устроили самый настоящий туалет. Ссут и срут по полной программе. Вонь стоит в подъезде дикая. Я удивляюсь, почему жильцы не предпринимают никаких мер. Напомню, что я здесь на птичьих правах временно снимаю квартиру и надеюсь, что уже скорее-скорее отсюда уеду. Но это просто мама дорогая. Мы перемещаемся на наш этаж. Вот, пожалуйста, посмотрите, как в бизнес-классе уже, смотрите, защищают стены. Как бы на самом деле хорошо. Обычно у некоторых придешь, знаешь, лифт защитят и все, а подъезд уже финиш. Тем не менее, в силу того, что понимают, что люди сейчас будут заезжать, завозить мебель, вещи и прочее, могут все нахрен разбить. В целом, по этажу как? Что скажешь?
по этажу, ну как сказать тебе, то есть с одной стороны я непривередливый, я всю жизнь в хрущевке жил. С другой стороны, то, что было в проектах, конечно, здесь удешевили очень сильно материалы. А, то есть это еще все как бы подэкономили? Да, мы можем посмотреть стену там даже близко. Ну, нет, мне в принципе нравится, то есть плюсов-то в ЖК много. Вот. Слушай, а расскажи, пожалуйста, с точки зрения коммунальных услуг. Да, ну вот еще раз я говорю, что есть разные подъезды, два подъезда нет консьержа, три подъезда есть консьерж. Угу. А платежки одинаковые, ты должен платить за консьержа, должен как бы платить за те же услуги, которых у тебя фактически нет. Ну, мы просим управляющую компанию, да, которую нам Донстрой назначил, чтобы хотя бы исключить это с платежки, ну, это издевательство с нашей точки зрения. Они говорят, нет, нет, все, как бы там общее собрание собственников, если там это решит, то тогда, вот, а как бы так, платите. Вот пожалуйста. Ты пока что не заехал, но ты квартиру буквально на днях принял. Да, позавчера. На днях, ребята, позавчера, вот на момент съемки, пятница, в среду, да, ты в среду принял квартиру. Сколько ориентировочно-то вы будете коммуналку здесь платить? Неизвестно пока? 159 рублей за квадратный метр в месяц. Угу. Достаточно высокая цена. Причем и машины места мои, и кладовка, это учитывается как метр. Да? Так, угу. Так же, как и у квартиры. У меня получается вместе с ними в сумме там, около 100 квадратных метров. То есть 15 тысяч. 15 900. 159. 15 900, да. Математика. А я тебя подловил, поймал. Подловил. 150. Да. 15 900. Ну, это нехило. Приходим. Балкончик небольшой, трапециевидной формы. Как обычно, какой-то строитель или кто. Выпил, покурил, бросил, ушел. Почему с собой не забрал? Это вопрос. Но плюс жирный, что хотя бы сделали вот для проветривания, да? А, ну все, конечно, держится здесь так себе. Сделана для проветривания форточка небольшая. Какие-то вещи остались брошенные. Хорошо. Идем дальше. У нас... Мусоропровод. Мусоропровод. Рабочий, да, будет? Ну, это как собрание собственников решит, либо закрывать, либо... Ну, говорят, моющийся мусоропровод, что сейчас они хорошо все, я не знаю даже, что лучше. Ну, конечно, удобно, друзья. Тут что ни говори, когда ты выходишь из дома, вон, пошел мусор выкинул, это круто. Самое главное, ерундой не заниматься, не захламлять его, чтобы все было четко. Далее у нас идет подъезд, ну и несколько кнопок типа помощь, вызов, это для кого? Это если плохо стало или что? Да, видимо, да. Ну, тоже хорошо. Вот, значит, вот стены просто обычно покрашены. Я опять же говорю, я жил в хрущевке. По сравнению с хрущевкой, шикарный уровень здесь. Но на проектах совершенно по-другому были. Рельефная покраска какая-то очень красивая, дорогая. Здесь закрыты такие, вот, я не знаю, не видно так, вот просто принты. Такие очень дешевые принты, как в каком-то дешевом бизнес-центре. На проекте одно, по факту другое. Все равно неплохо, но как бы... Конечно. Короче, ребята, рассказываю вам всю суть. Когда делается дизайн-проект, визуализация, это продается. Ты приходишь, смотришь, вау, круто. И вот эти всякие нюансы, тонкости, когда вот, о которых Антон говорит, речки, это все красиво, но это все в деле, да, стоит денег. Вот эти рейки декоративные, там сейчас, если начнешь читать, так вот стену закатать рейками, это дорого, реально. И в процессе, для того, чтобы удешевить, например, это я не говорю не только конкретно про вашу ситуацию, везде. Это и в квартирах бывает, и в домах, и в ресторанах, везде. Люди, когда понимают, что как на проекте это одна цена, а можно чуть-чуть дешевле, это совсем будет по-другому, тоже сразу начинают думать о том, как бы неплохо сэкономить. И по факту вот получается так. Конечно, ты правильно сказал, что после хрущевки все, заходишь, как бы здесь придраться есть к чему, но этой серии, знаешь, придраться, ну вот там. Уже разодрали, расцарапали, то есть как-то такое небрежное отношение, может быть, ставили неправильно. Ну, в целом, конечно, круто, особенно еще вон розеточки у тебя всякие, датчики света, все есть. Так, ну что, вы готовы? Пойдемте, посмотрим, что нас ждет дома. Пишешь? Пойдем. Мы заходим, нас встречает оперный зал. 66 квадратов. Да. Рассказываю, как здесь планировка должна, по идее, быть сделана. Ну, по идее, стандартная планировка. Должна быть вот эта спальня, предположим, это детская, по 14 квадратных метров. Вот здесь вот кухня-гостиная, 21 квадратный метр. И два санузла. Но на такую маленькую квартиру мы не будем делать два санузла. Этот примерно 7 метров, этот там 2 метра или 2,5, я не знаю. Мы не будем два санузла делать. Вот, ну, вот такая вот планировка. Панорамные окна. Слушайте, ребята, скажите ваше мнение, но по первым ощущениям, даже вот при условии того, что еще нету стен и нет полноценной отделки, ну,
как-то маловато, как будто, по ощущениям. Вот комната, вот детская. Сколько вот эта комната получается? 14 метров. Но в цифрах много, реально. Как бы 14 метров – это хорошо, потому что в Хрущевке, условно, такая бы детская была бы примерно 10 метров. Примерно. Зал с кухней сколько? 21. 21. Короче, было бы неплохо вот это все совместить, а это оставить как отдельную спальню. И тогда вообще было бы места полным-полно, вместо санузла сделать гардеробную. Гардеробную. Вот, вот, видите, друзья, все, вот мы планировочку разрисовали. Антох, ну скажи мне, 66 квадратов без чистовой отделки, как думаешь, сколько ремонтик тебе обойдется? Слушай, ну сейчас цены прыгают каждый день, ничего не понятно. Надеюсь, то, что работа будет 15-20 за метр. Материалы, это очень сложно, как ты сам понимаешь, прогнозировать. Думаю, я надеюсь, что в сумме четверка. Четверка с мебелью, со всеми делами? Да. Короче, по факту, вот я вам честно скажу, я считаю, что если делать хорошо, но не прям вау, ну прям за все под ключ, что ты заходишь, у тебя все новое, подчеркиваю, за все. Ложки, вилки, тарелки, всякие коврики, фиговрики, вот все учитывается. В пятак, ты точно войдешь. Можно и в три уложиться, но просто вопрос, какую кухню ты поставишь, какую технику, потому что, друзья, не забывайте, холодильник есть за 100 тысяч, а холодильник есть и за 30 тысяч рублей. Машинка стиральная есть за 70 тысяч, а есть за 20 тысяч. Кухню можно купить, само дерево там, за 400 тысяч, а можно за 100 тысяч. И так вот пошло-поехало. Что ты на пол кинешь? Ламинат, линолеум, кварц-винил, какой? Короче, друзья, все нужно считать, это все индивидуально. Но в целом ты доволен покупкой? В целом я доволен покупкой. То есть, конечно, риски есть, когда покупаешь на котловане, да, и с ними мы столкнулись. Но с точки зрения инвестиций, да, если мы покупали это за 12 с лишним миллионов, в ипотеку, да? Это мы дойдем сейчас, расскажем. Вот. 12 с лишним миллионов, то сейчас она стоит около 30-ки. Вот отличная возможность поговорить о текущих ценах конкретно в этом жилом комплексе, в первом корпусе, который уже сдан. Здесь их будет 5. Ребята, заметил одну простую тенденцию. Если разговор идет в позитивном ключе, значит реклама. Ну вот, ловите вам рекламную интеграцию для ЖК. События. Открываем, смотрим. Квартира, ну шикарная. 3 комнаты. 99 квадратов, 10 этаж из 10. Здесь также есть возможность выйти на открытую террасу, которая предназначена для всех жильцов дома. Всего лишь 53 миллиона рублей. Смотрим попроще что-нибудь. Вот двушечка, 73 квадрата, 34 900. Подчеркиваю, все квартиры без отделки вообще. Поэтому сюда нужно еще везде плюсовать как минимум 5-7 миллионов. Трехкомнатная квартира, 103 квадрата, на третьем этаже 40 миллионов рублей. 20 миллионов рублей за квартиру двухкомнатную, внимание, площадью 48 квадратов. Третий этаж из 25. Как вам такие цены? Что скажете? Очередь есть? Хотя прикол, смотрите. Когда мы снимали, обратите внимание, видите, как много людей идет. Это, я так понял, все риэлторы, которые приезжают сюда, их тут встречают, им устраивают общий показ, рассказывают, что они здесь строят. Какая-то обзорная общая экскурсия для того, чтобы люди были в курсе о том, что они будут продавать. Ну и, собственно, готовят их к продажам. Потому что дальше здесь строятся еще корпусы. То есть вырастет целый такой жилой район из новостроек, многоэтажек, бизнес-класса. Конечно, я доволен покупкой в целом. И я не хочу выглядеть, что я жалуюсь, все такое. Да как же, да тут, блин, как бы... А у тебя... А сейчас ты живешь в съемном жилье? Да, сейчас мы живем в съемном жилье. Однокомнатная квартира. Да. 26 тысяч? 28 мы снимаем за МКАДом. Там. Ну, хорошее очень место, мне нравится, около реки. Вот. У нас машина есть, нормально. Короче, ребята, зацените. Получается, вот это мы можем открыть, да? Или да. Как? Вот. Ну, тоже прикольно, знаешь, как бы ты открываешь, получается, у тебя вроде как свежий воздух пошел с улицы, но в тот же момент ты выйти не можешь, у тебя там продолжения балкона нету. Да. Но все равно это лучше. Это лучше, чем ничего, как у некоторых бывает. В некоторые ЖК заедешь, там какая-то форточка кое-как открывается, полноценно, ну, открыть нельзя. Ну, вот так.
как вам такая квартирка? Давайте с вами порассуждаем. Вот я честно скажу, я бы себе такую квартиру не купил. Но объясню почему. Отдать 30 миллионов рублей сегодня, плюс еще 6 миллионов за отделку и ремонт, и на выходе ты получаешь квартиру, придя в которую вечером тебя видит весь дом. А ты видишь весь дом. То есть все просматривается окно к окну. Мне такое не нравится. Если рассматривать вариант, который устраивает, например, меня, это панорамный вид на Москву, такое предложение здесь есть. Пожалуйста, больше площадь, с выходом на общую террасу, пожалуйста, все есть. Но деньги совсем другие. Соответственно, даже обсуждать это смысла нету. Более того, идет стройка активная, корпуса строятся, рядом дома строятся, там постоянный шум, грязь, пыль, все это присутствует. Ты ближайшие 3-4 года, а то и 5, как минимум будешь жить на этой самой стройке. Поэтому так себе удовольствие. Но, подчеркиваю, я высказываю исключительно свое мнение с точки зрения там потенциальной, с точки зрения помечтать о покупке. Конечно же, если начать говорить про благоустройство, про красоту, про то, как сделаны подъезды, прилегающие территории, вопросов нету. Все действительно очень круто, красиво. Вы, думаю, сами это отметите. Далее мы вам покажем, как устроена придомовая территория. Ну что, отправляемся с вами на паркинг. Какой, минус один? Минус два. Минус два. То есть двухуровневый подземный паркинг. Вышел ты в шортиках зимой и отправляешься на теплую парковочку. Как она выглядит, мы сейчас посмотрим. И там я предлагаю заняться занимательной математикой. Посчитаем, что почем, сколько денег ты отдал на первоначальный взнос. Так, ну что, также все видите. Вот, выходим на парк. Зашито. И я решил недалеко попробовать место взять. А у нас было две машины, когда мы покупали подземную парковку, да? Ага. А сейчас у нас одна машина. Поэтому нужно было два места. Так. Но денег не было, вот просто впритык, вообще никак. На два места не хватало. Поэтому я взял зависимое место. Да, это не очень ликвидно. О, как, смотрите, сделано. Вот. Ну, просто вариантов у меня не было. Либо одно место брать обычное, либо зависимое вот такое двойное брать. Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо. То есть поняли, да, смысл в чем заключается? Приехал, запарковался, жена встала, потом ты встал. Соответственно, если жене нужно первой выехать утром, то сначала она отгоняет твою машину, выезжает, загоняет ее обратно и уезжает. С одной стороны, геморрой, но, как показывает практика, люди берут. Вопрос, вопрос. Сколько вот такое место стоило? 26 метров, да, это два места, 13,3 каждая, 26,6. 2 миллиона 600, по-моему, она стоила. 2 600. Я тоже в ипотеку его брал. Во вторую ипотеку. Друзья, вы вдумайтесь, 2 миллиона 600 за 26 метров. Вот за такой вот длинный прямоугольник. Кто-то сейчас посмотрит в регионе, скажет, типа, за 2 600, даже я знаю, в Московской области в Кашире можно двушку купить за 2 600. Квартира полноценная. А здесь вот парковочное место. Но здесь сравнивать не нужно. Это жилой комплекс, это отдельный класс. Далее, пойдем поближе подойдем. Это кладовки. Кладовки. Вот у тебя такая же кладовка еще. Вот есть. Она. Во. Я решил. Слушайте, сразу около машины вот места. Что, Антоха, короче, у него, видите, как все хорошо получается. Если ты выходишь, садишься, спускаешься рядом прям с выходом, у тебя два парковочных места, и тут же у тебя твоя кладовка. Вот это вот моя кладовка. Вот она какая площадь? 8,5 квадратов. Одна из самых больших здесь во всем ЖК. Вот. 900 тысяч рублей. Ну или 850, я уже не помню. Ах, 900 тысяч рублей. Слушай, а по правилам ЖК ты не изучал? Можно закрыться? Нет, нельзя закрыться. Вот ничего нельзя. Вообще железные должны быть стеллажи. У тебя ни деревянные ни в коем случае. То есть это она идет не как кладовка. Вот знаешь, в некоторых ЖК есть прям бетонные, как комнатки. И я, честно говоря, настолько был идиот, что когда я покупал, я даже не знал, что вот она такая. И как-то был своими делами другими занят. Думал, что там будет нормальная комнатка. Но ничего, вот такая вот оказалась. Вот. Это я, конечно, сам виноват, никого не обвиняю. Слушай, ну а почему виноват? Ты в любом случае для своих целей шины. Хрень. Всякая. Лодка хрень. У меня теперь есть. Лодка у тебя теперь есть. То есть это если грамотно расставить, здесь же можно до потолка все это поднять. Да, стеллажи, ну, велосипеды, да, да, да. Лыжи. Друзья, на самом деле, вот, да, шикарный на самом деле вариант, когда ты приезжаешь, раскидал все свои вещи, не нужно. Опять же, тебе на лифте легко спуститься, подняться, можно даже какие-то коляску, зимние, кстати, вещи коляску хранить. Коляску, то же самое. А я вам напоминаю, что Антону 31 год, учитель математики, в 2019 году начал тратить деньги на недвижимость. Антох, 12 миллионов 400 тысяч на тот момент ты покупаешь квартиру. Квартиру. Фиксируем эту цифру, да. Раз. Дальше плюсуем парковочное через место. Через год парковочное место 2 600 пусть будет.
2600. Да, плюс-минус 100 тысяч, могу ошибаться. 900 тысяч кладовка. Да. Итого у нас выходит 15 миллионов 900 тысяч рублей. 15 миллионов. Ты все это дело покупал в ипотеку за исключением кладовки. Да, две ипотеки. Две ипотеки. Внимание, ипотека на квартиру и ипотека на парковочные места. Да. Такое тоже бывает, такое тоже возможно. Сколько ты занес первоначальный взнос, вот суммарно, чтобы мы могли сейчас посчитать? Суммарно порядка 5,5 миллионов. Минус 5 миллионов 500 тысяч рублей. Да, ну и кладовку целиком 900 тысяч я купил еще помимо этого. Угу. Да. Смотри, 10 миллионов 400 тысяч остается, получается, долг, который у тебя остался. Вот за вычетом 5,5 миллионов рублей. Ну, сейчас он уже меньше гораздо. Сейчас сколько ты должен? Сейчас я должен за квартиру 4900 и за машиноместа 1 700 000. Плюс 1 700 000. Все, это все, что я должен сейчас. Слушай, ну 6600, то бишь, я смотрю, ты платишь ударными темпами. Я вначале платил ударными темпами, то есть мы там отказывали себе в развлечениях, в поездках, да, там я даже там дешевый бензин себе покупал. То есть у меня вот мания была, как взял ипотеку, вот все, что деньги есть, я буду вкладывать быстрее, я хотел до 30 лет погасить. А потом как-то у меня резко в один день это отлегло, и я наоборот гашу как можно медленнее, потому что 50 тысяч рублей год назад, 50 тысяч рублей сегодня, это разные 50 тысяч рублей, я это понял. Угу. Вот, и я решил еще 10 лет где-то мне платить. Скажи мне, сколько у тебя ежемесячный платеж сегодня? 71 тысяча, 72 тысячи. И в эти 72 тысячи рублей входит ипотека за квартиру и ипотека за парковочное место. Да. То есть 72 тысячи отдал, никому ничего не никому должен. Никому ничего не должен. Сюда, да, естественно, нужно теперь доплюсовывать это ремонт за квартиру. Да. Хочешь, делай, это мы озвучили цифры. И отдельно ты будешь теперь еще платить коммунальные услуги, несмотря на то, что будешь жить, не будешь жить. Двадцатку, это... пусть будет двадцатка. Ну, давайте по максимуму берем двадцаточку. Двадцаточка будет. 92 тысячи рублей плюс... Плюс ты снимаешь жилье. Сколько да. ты платишь сейчас за я жилье? Я снимаю жилье, очень дешевую квартиру снимаю за 28 тысяч рублей однушечку. И плюс там тоже за коммуналку надо платить? Да, ну там 3 тысячи. Плюс 3 тысячи рублей. Итого, короче, смотри, сходу просто нифига не делая, мы насчитали, что финансовая нагрузка у тебя в месяц уже как минимум 123 тысячи рублей. 123 тысячи. А если начать считать глубже, то у тебя еще машина есть. Машина не в кредит. Kia Stinger, но тем не менее бензин. Какие-то... Короче, это можно насчитать так, жена что... есть, собака есть. Жена есть, собака, это тоже. Жена работает? Ну, мы вместе работаем. Вместе работаем. Расскажи людям, вот сейчас скажут, типа, Антох, чешешь ты, что-то тут неправда не совпадает, ну, ты же учитель математики, сейчас там у тебя 90 тысяч, официальный доход, плюс там репетиторством ты занимаешься, скажут то, что такого не бывает. Что ну. бы ты сказал вообще по этому поводу? Ну, я не знаю, можно сказать или нет, но бывает, надо много работать, стараться. Вот, я очень много здоровья положил, сил на то, чтобы добиться каких-то успехов в Москве, и много результатов добились дети, вот, вебинары стали делать, лагеря стали делать для детей. Короче, чтобы понимали, да, кратко, чтобы вам не казалось, что мы какую-то делаем там Антохе рекламу, он нам показывает, как он тратит деньги, на что да. он их тратит, как он их зарабатывает. Антон много работает, с точки зрения не просто, вот он делает, как это... единичные занятия, когда тет-а-тет, да. то есть ты и я. То есть они делают фишку такую, что они группами людей учат. Таким образом, вроде бы как человеку, я так понимаю, дешевле зайти, да. но при этом в силу того, что их больше, ты рассказываешь сразу на 20 человек и зарабатываешь. Соответственно, друзья, вот вам, как можно зарабатывать деньги, имея знания. И то есть ты прям математику хорошо знаешь. Ну, я школьную математику хорошо знаю. Я учитель математики, а не математик. Школьную математику я знаю хорошо. И ты непосредственно по ней двигаешься и по математике, по школьной да, работе. Да, постоянно занимаюсь сам, постоянно сам прогрессирую, чтобы олимпиады какие-то сам прорешивать, все, там тесты. ЕГЭ в прошлом году сам сдавал, кстати. О, вот. Сдал? Сдал, на сколько максимальный балл? На сотку? Сотка. Там разная сотка бывает, у меня самая верхняя сотка. Ох, блин, еще вот. И сотки разные бывают, офигеть. Да. Короче, друзья, к чему я всегда веду, когда я снимаю эти сюжеты? Рассказывать о том, что ни хрена не делаете на завод. На заводе, на самом деле, еще легче, чем в реальной жизни. На заводе ты пришел, тебе сказали, вот здесь твой станок, вот работай, делай. А в реальной жизни попробуй, найди себе клиентов, попробуй прокачайся мозгами, чтобы тебе... к тебе хотели люди идти и покупать твои мозги. Вот это вот еще постараться тоже надо. В любом случае, мы двигаемся дальше. Здесь мы делаем подводку. Никого нету, кроме нас двоих на этой парковке. Потому что ЖК только-только-только сдается. Некоторые люди приходят, принимают квартиры. Но общую картину, как это сделано, вы видите. Вот обратите внимание, прикольная вещь еще сделана. Когда ты зимой, например, или летом, неважно, приезжаешь, останавливаешься, и система автоматически промывает тебе колеса,
вода уходит. И, то есть таким образом ты съезжаешь на паркинг уже чистенький, как минимум, не разводишь грязь, потому что места много, если каждый будет с улицы, да, завозить, здесь будет жесть. Казалось бы, ничего сложного, все гениальное просто, но вещь реально крутая, в жизни она действительно пригодится. Тем временем, время 12 часов дня, рабочий процесс идет. Вот, пожалуйста, здесь все будет у них в газончике. Первые этажи все под аренду. Понятное дело, что пока что никого нету толком. Антоха удивился, когда узнал, что на первом этаже их бизнес-класс открылся Dixie. Я говорю, а что? Он говорит, хотелось азбуку вкуса, ну хотя бы Мираторг, Перекресток. Рядом, покажи, пожалуйста, еще один жилой комплекс, Крылья, если не ошибаюсь, строится, также подходит. Короче, здесь, знаешь, такое ощущение, как будто ты находишься в том самом Нью-Йорке. Ты приехал в человейники, повсюду высотные дома, тени от них падают, и солнышко особо-то и не видно. Хочу сделать акцент специально для всех тех, кто любит более размеренную, не городскую жизнь, а вот такую больше связанную с природой, за городом, и либо вот пятиэтажечка, которая утопает в зелени. Ребята, для вас здесь был бы просто-напросто ад. Я вот не побоюсь этого слова, потому что сейчас тяжело, да, вам через камеру передать всю ту атмосферу, которая здесь происходит. Очень много плитки, плюс там строительный пока мусор, да, где-то идет жара еще. И когда ты смотришь по сторонам, строятся дома, строительный мусор, краны, везде многоэтажки. Дальше здесь еще будут многоэтажки. То есть получается так, что ты в какой-то прекрасный момент выйдешь, а вокруг тебя вообще везде одни многоэтажки. Голову поднимаешь, и просто она, знаешь, может закружиться, можно упасть. Но это факт. Это город, и никто никого за руку не хватает, не ведет сюда под дулом пистолета. Покупайте квартиру. Все приходят сами, сами приносят денежки, сами подписываются на кредиты, на ипотеки, сами исправно платят, и еще этому дико довольны. Поэтому здесь тоже важно понимать, что на каждый товар есть свой купец. Но... По первым ощущениям, где-то что-то сильно нравится, где-то что-то может не понравиться. У нас задача одна – показать вам реалии, чтобы вы посмотрели и для себя уже все взвесили. Потому что, вот подойди сюда, пожалуйста, вот эта вот детская, да, игровая комната. Я боюсь представить, какая там температура воздуха сейчас внутри этой комнаты. Ну, здесь, да, здесь духотище полное, то бишь, понимаете, солнце. Оно еще так вот сделано, да, тоже. Вот если начать сейчас все смотреть... Ну, оно вот. Вот здесь можно палец засунуть и палец разодрать, порезаться очень сильно, потому что здесь как бы это оргстекло, получается, идет. Ну, как бы фофан, посмотрите сами. Вот. А это, по сути, как бы уже новое. Соответственно, такие вещи, их все нужно будет дорабатывать. Вот мы говорили про вот эту зону. По ощущениям, да, по первому виду, ну, круто, согласись, как не круто. Круто, ты выходишь, у тебя газончик, камушки, которые типа как лавочки, да, присесть можно. Два стола на вот такой жилой комплекс. Ты представь, вот выйдут в пятницу родители погулять, и как, куда они здесь все сядут? Здесь все, две семьи села, финиш, блин. Как бы, с одной стороны, круто, пока никого нету, с другой стороны, неизвестно, что будет дальше. Но в целом, если сравнивать с какой-нибудь, как говорится, хрущевкой, как Антон рассказывал, ну, понятное дело, совсем другой уровень, шаг вперед. Залетаем дальше на территорию, как вы видите, она вся огорожена на всякий случай, тем не менее, стоят различные домофоны в виде умный дом. Ну и дальше вот мы идем внутри домовой территории. То есть представь, обычно ты, когда приезжаешь к себе домой, ты идешь вдоль подъезда, то же самое происходит у нас здесь. Для общего понимания, если я не ошибаюсь, всего должно быть 5 корпусов. Вы, как жилец, можете ходить в каждый двор. Каждый двор здесь разный. Такая история нам уже знакома. Мы это видели, например, в Пике. То есть ты идешь в одном дворике, там у тебя можно присесть, поиграть в пинг-понг, в другом из детские площадки. Короче, есть такое разнообразие. Не сделано так, как копируют, ставят везде одно и то же. Соответственно, прогуливаясь по жилому комплексу, ты постоянно встречаешь что-то новое. Ну, естественно, до поры до времени, когда-то это приестся, но в любом случае отмечаем это как факт, что все дворы разнообразные. Спортивная площадка небольшая, небольшой для них Таймс-сквер, Таймс-сквер, так и называется. Можно прийти сюда, посидеть, почилить, попить кофе. Короче, если вот так вот головой покрутить, всем тем, кто любит город, вот урбанизацию, я думаю, может понравиться, но тебе не особо нравится.
Мне не особо нравится пока что. Я буду думать, буду здесь жить еще или нет. Пока эта квартира строилась, просто вот так случилось, что мы начали снимать за МКАДом. Речка рядом, поля, леса. И я понял то, что это ни за какие деньги не купишь, да? Давай еще поговорим про комментарии в вашей группе жилого комплекса. Вот ты спрашивал у людей, что кому нравится, раз, какие плюсы и минусы жильцы называют? Ну, у всех одни и те же проблемы. В принципе, мы довольны Данстроем, то, что он достроился. Это уже хорошо, да, в наше время. Да, непростое. Это шикарно. Достроился в срок. Мы думаем, что качественные материалы все-таки здесь в большинстве своем использованы. Лифты там, все остальное. Вот, то есть с этой точки зрения претензий нет. У нас претензии у всех жильцов есть к одному и тому же, что в одном и том же доме за одни и те же деньги есть подъезды с консьержем, хорошие, со всеми мы видели условия. Угу. Есть подъезды без консьержа, и здесь нам никак не идут навстречу. Вот. В целом, как бы вот так. Но я хочу сказать, что вот как вывод, я доволен очень покупкой. Хорошо, там она поднялась в цене, но вот так же, как и с тачками, ты снимаешь видео и про тачки тоже, покупаешь машину, дорогую, хорошую, новую машину, и у меня лично нету вот ощущения идеального праздника. Все равно есть ощущение чуть-чуть, что ты как будто с цыганами на вокзале пообщался, и где-то тебя все равно, ты понимаешь, да, о чем я говорю? Где-то ты все равно тебя обманули, облапошили или что-то такое. Такое есть ощущение, к сожалению. И оно Согласен. Отчасти, знаешь, вот я когда зашел к вам в квартиру, ну, по первым ощущениям, вроде бы вот визуально смотришь, да, на проект, ну, круто так, красиво, симпатично сделано. Но когда заходишь внутрь и думаешь, ну, неужели в бизнес-классе людей устраивает такое расположение квартиры, что выходишь, вот он двор, вот он напротив тебя другой дом, то бишь панорамное остекление, ты вечером вот так вот в шортах, ну, там... Или без шорт, условно, ты не походишь у себя дома. То есть постоянно нужно шторы закрывать. А закрывая шторы, оно жирается пространство. Ты как бы вроде бы знаешь, у нас полгода зима, постоянно закрываться. Кстати, касательно вот этих инвесторов, ребята, даже не знаю, с чего начать. Значит, когда Антон сделал публикацию в группе, появились люди, которые говорят, а зачем вам вообще снимать про минусы ЖК? Это принизит наши квартиры. Ни в коем случае нельзя. Это просадит нам цены. Короче, есть люди такие, да, они нас окружают, которые такие, о, не, наши проблемы мы никому показывать не будем, не надо. Вот есть только эксклюзивно для Данстроя, пусть они доделают. Короче, знаешь, не правдой, биты, не правдой, да, делиться не хотят. Не хотят рассказывать, как оно есть. Плюсы показывай, минусы не показывай. Ребята, повторяю в сотый раз, у меня лично, как у автора канала, никогда не было задачи приехать, знаешь, засрать застройщика, нахвалить застройщика. Задача одна – плюсы, минусы, истории жизни. Да. Вот ровно то, что происходит у нас сегодня. А нравится, не нравится, это вы уже сами сделаете вывод. Так самое главное, не забывайте про те цены, которые сегодня есть. Я просто к тому, что у кого такие бабки есть, они и сами там, я надеюсь, способны, знаешь, подумать и принять решение, покупать им или не покупать. То бишь, после просмотра сюжета ни у кого с карты и рубля не спишется. Получается, в 28 лет ты решаешься зайти в ипотеку по этому объекту, но в процессе общения с тобой ты рассказываешь, что у тебя еще был и негативный опыт, что ты покупал какую-то недвижимость на этапе котлована, и там все пошло не так сладко-гладко, как здесь. 27 лет даже я купил эту квартиру, а да, до этого продали квартиру прабабушке там, в Ленинградской области и купили квартиру от недобросовестного застройщика. За МКАДом, там на Пятницком шоссе, которая до сих пор строится. Это что за комплекс? Как он называется? Он называется... Сейчас, это я даже не помню, как он уже называется. Вот так вот, представляете, люди квартиры покупают, уже даже не помнят, как комплекс. Я решил не переживать на этот счет. Вот, там долгострои, все такие суды, там митинги, пикеты. Я ни в чем не участвовал. Я понял, что здесь я проиграл. Буду больше работать, буду больше зарабатывать. И еще раз рискнул, очень страшно было на котловане, ну и в принципе выиграл, я думаю. А ту квартиру, которую ты покупал, ты ее тоже в ипотеку брал? Нет, мы продали квартиру в Ленобласти. То есть вложили деньги, да, и ваши деньги семейные. Пух. Наши деньги пух. Это с 2016 года, наверное, квартира до сих пор в долгострое. А стоит. Не помнишь по деньгам, сколько это было? 2 миллиона она тогда стоила. Ну, это, наверное, однушка. Однушечка была, да? Была там на четвертом этаже из четырех, вот небольшая. Вот. Короче, так... на сегодняшний день ответ из серии ждите, скоро достроим. Ждите, да. Вот, друзья, вот это вот на самом деле вот самые страшные вещи для многих, особенно сейчас, когда покупаешь квартиру на этапе котлована. С одной стороны, вот смотришь по сторонам, у некоторых стройка идет, ну, действительно ударными темпами. Очень много людей, техника работает, постоянно стройка растет, а у некоторых бывает так, да, что уже почти все готово, а потом херакс, она встала в какой-то прекрасный момент. И в итоге вроде бы дом есть, но
квартиру ты получить не можешь. Это страшно, это на самом деле очень страшно. Вспомнил, как тот комплекс называется. Как? Митина Дальняя. Во, Митина Дальняя. Запоминайте. Вот очень плохо. У него там квартира однокомнатная будет в 2035 году. Шучу, конечно, надеюсь, что он достроится побыстрее, потому что представляю, сколько людей там из серии переживают. Почему ты подумываешь вообще о продаже этой квартиры? То есть, подчеркиваю еще раз, она не продается, никакая ссылка на квартиру вас не ожидает, но мысль такая в голове есть. Потому что я перестал работать пятидневку. Да? Одно дело, когда ты постоянно находишься на работе с утра до вечера, а домой приезжаешь, условно говоря, только поспать, да, и на выходные. Я перестал работать пятидневку, и очень много времени мы с женой находимся дома. И, во-первых, если сейчас пойдут дети, мне кажется, что 66 метров, если там двое уже детей, маловато, да, для того, как, когда ты постоянно сидишь дома. Во-вторых, просто даже без детей хочется как-то вот больше не города лично мне, а какого-то такого природы, загородного, чего-то может быть такого. То есть вот из этих соображений. Так я считаю, что здесь эта квартира хорошая, может быть, мы в ней проживем всю жизнь, еще решение не принял я. Короче, друзья, вот такая у нас сегодня сказочная история вышла, как учитель математики неплохо зарабатывает, рассказывает людям, что такое 2 плюс 2 равно 4, учит и готовит детей к экзаменам, и тем самым, как видите, уверенно себя чувствует. Но ты мне скажи, вот сегодня многие люди теряют работу, еще что-то там, да, закрываются страны. Ты себя чувствуешь защищенным, незащищенным? Ты чувствуешь уверенность в завтрашнем дне с точки зрения, как минимум, хотя бы своего дохода, своей работы? Это двоякий вопрос. Я думаю, что полностью защищенным сейчас себя чувствует только дурак. Угу. Конечно, полностью защищенным я себя не чувствую. Я не уверен, что доходы сохранятся, по крайней мере, на таком же уровне, да, через 5 лет. Вот. Я думаю, что кризис возможен, да, экономический. У нас в стране, но я думаю, что если стараться, в любые времена можно найти какие-то пути, какие-то выходы так, чтобы на каком-то приемлемом уровне жить, обеспечивать свою семью, это все зависит от тебя. В такие жилые комплексы вот круто приехать сейчас, в 2022 год, и приехать там в 2027 году и посмотреть, что будет, уже прям полноценно записать интервью с людьми, кто здесь пожил, чтобы они рассказали, дали отзыв спустя 5 лет жизни в подобном ЖК. Итак, мы приблизились к завершению нашего сюжета. Сложно, да, поверить, что вот учитель математики в школе может себе такое позволить. Но при этом, друзья, я вам хочу сказать следующее. Вы посмотрите, сколько этажей в этих домах. Сколько здесь людей будет жить? И здесь ценник везде, везде космос, везде космос. То есть вот так вот простому человеку с зарплатой 30, 40, 50 тысяч не позволить. Соответственно, выводы какие? Стремитесь, развивайтесь, зарабатывайте. С другой же стороны, например, вот я посещаю подобные жилые комплексы, посматриваю, местами что-то очень сильно нравится. Конечно, там как дворы отделывают, как подъезды сделаны, входная группа, классно. Но в тот же момент, когда ты заходишь в квартиру и понимаешь, балкона у тебя нету, вид у тебя на соседний дом, думаешь, еще и это на сегодняшний день стоит порядка 30 лямов, я думаю, нафиг. Основная задача этого сюжета – рассказать вам жизненную историю, показать вам один из жилых комплексов, вот, только-только все сдается, как оно есть на самом деле. Мы будем продолжать держать вас в курсе всех событий, снимать интересные ролики, поэтому подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости. Мы здесь, уже анонсик есть, как бы уже люди знают, что их ожидает в ближайшие дни на канале. Не забывайте, что спонсор выпуска Skill Factory ждет вас по ссылочке в описании. На этом не добавить, не убавить, а значит, всем пока-пока.